2016 году Ульяновский автозавод пообещал выпустить экономичную метановую версию своего «Патриота». Правда, от обещания до реализации прошло даже не три хрестоматийных года, а целых пять. Новинка может потреблять и бензин, и метан, однако отдачу двигателя на газомоторном топливе ульяновцы по непонятной причине замолчали. Также представители автозавода поленились сфотографировать убранство багажника, хотя это очень и очень важно. И вот почему. Два огромных 80-литровых баллона уложены аккурат посреди багажного отделения. А значит, было бы интересно взглянуть, сколько литров осталось от огромного патриотовского трюма. У пикапа, которому также перепало газовое исполнение, баллоны скромнее, по 50 литров, а установлены емкости позади стенки кабины. К слову, для обеих моделей можно дозаказать третий газгольдер на 50 литров. Из-за обилия импортных компонентов и «Патриот», и «Пикап» вышли очень дорогими, на 300 тысяч рублей дороже чисто бензиновых. Так что окупить разницу будет трудно, хотя обещано, что метан снижает затраты на эксплуатацию примерно втрое. АвтоВАЗ снижает свои затраты. Уже скоро базовые версии Весты избавятся от потолочных ручек со стороны переднего пассажира, а вместо тканевых ставок на дверных панелях появятся более дешевые пластиковые. Кроме того, с правого переднего сидения исчезнет датчик присутствия, а у универсалов двойной пол и фирменный органайзер багажника станут достоянием лишь топовых исполнений. Такая вот экономия. И продолжая тему родного автопрома. Этой весной состоялось обновление Kia Cerato, которое принесло модели другие бамперы и решетку, а также новые фонари и фары. А еще именно Cerato первым примерил новую эмблему марки Kia. Дорогим версиям достались большие экраны мультимедийной системы и панели приборов, оба диагональю 10 с четвертью дюйма. Кроме того, в список оснащения вошли доработанный набор систем помощи водителю плюс фирменная телематика. Причем здесь российский автопром? А при том, что новинка только что встала на конвейер калининградского автотора со сваркой и окраской кузовов. В продаже рестайлинговый Kia Cerato появится осенью, поэтому цены будут объявлены позже.